Всем привет из солнечной Португалии. Сегодня я буду готовить блюдо быстрого приготовления в микроволновке. Для этого мне понадобится одна картошка, вот такой маленький кусочек морковки, батата досы, что по-русски называется сладкий картофель, и филе вот такое рыбное. Я его не размораживала, оно замороженное. Это по-русски, наверное, хек будет. И вот сладкая кукуруза. Я люблю. Ну, можно добавить другие овощи. Кто что любит. Здесь у нас на двоих. Дети этого не любят. Вот, поэтому будем кушать я и мой муж. Все овощи я нарезаю вот такими кусочками. Можно добавить любые другие овощи, кто как любит. Вот, насыпаю немножко кукурузы. Я ее очень люблю. Муж мой не любит. Он не будет ее есть. Буду есть ее я. Вот так. Ой. Так, потом я вот так солю. Можно зелень добавить. Но я потом... Муж меня не любит зелень. Поэтому я... добавляю потом себе в тарелку. Вот. Вот так солю эту рыбку. Вот. Вот. Как я сказала, можно любые другие овощи сюда добавить. Кто какие любит. Сегодня я добавляю эти. И сверху вот так поливаю оливковым маслом. Вот. Немножко. У меня есть вот такие стеклянные тарелочки, вот, они из стекла, потому что это пойдет в микроволновую печь, поэтому должна быть посуда стеклянная. Я вот так закрываю, вот, и потом ставлю в микроволновую печь. Моя микроволновка Samsung. Значит, я нажимаю такие кнопки. Вот это вот мощность, да? Мощность здесь 800... Ой, сейчас, секунду. Мощность 800 на максимум у меня. Но я выставляю мощность 300. Потом я ставлю минуты. Минуты я ставлю вот так. Вот, кручу. Пока не будет у меня стоять... Сейчас 26 минут. Все. И нажимаю старт. И пошла заниматься моими делами. Пока микроволновка не запищит. Сделала еще вот такой весенний салатик. Помидорки. Плюс салат, листья салата. Молоденькая. Блин, по-русски забываю все слова. Как это называется? Лук. Молодой лук. И это что? Редиска. И оливковое масло посолила. Вот, немножко сбрызнула лимонным соком. Такой салат. И сейчас буду жарить вот эти грибочки. Мы с мужем любим грибочки. Дети. Мы с мужем любим такие грибочки. Дети не любят. Такие грибы. Они вообще грибы не едят. Наши грибочки жарятся. Вот, вот такие вот. Я немножко водички добавила. Вот так они ужарились. Сейчас еще немножко, и они готовы. Водичка чуть-чуть выкипит. И все. Можно снимать. Это мы с мужем будем кушать. Получились вот такие грибочки красивые. Вот такой получился обед. Это будет кушать мой муж. Всем пока-пока. До следующего видео. Всем приятного аппетита.